Юля, Юля, звони в полицию, она сидит, она сейчас прыгнет. Я сначала не поняла. Выбежала на балкон, там девочка сидит. Ну, подросток. Сидела она на перилах, на лестничных балконах. Сидела девочка, ноги она перекинула через перила и смотрела вниз. Он ей кричал, свистел, кулак показывал. Очевидцы, живущие в доме напротив, увидев подростка, незамедлительно позвонили в службу 112. Одними из первых на место приехала пожарная автолестница. Пожарные приезжали, говорили вот, жители, а так я ничего не знаю. А пожарные что делали? Без понятия. Я там не была, я выходила в пожарную, видела как-то. Но девочка, видимо, увидев всю эту картину, решила спрятаться в подъезде и убежала. На момент прибытия информация не подтвердилась, никакой девочки на балконе не было. В ходе проведенной разведки также данную девочку не нашли. После того, как спасатели закончили свою разведку, за дело взялись полицейские, и они тоже приехали по этому адресу по экстренному вызову. И, как говорят сотрудники, девушку до сих пор не нашли, а опросы свидетелей и жильцов дома говорят, что девушка с похожими внешними данными здесь вообще не проживает. Была ли это попытка суицида или просто необдуманный экстремальный поступок, пока неизвестно. Узнать мотивы девочки можно будет после того, как ее найдут. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.